Глава республики Сергей Аксенов провел встречу с членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации России. Эта структура формируется из депутатов законодательных и представительных органов госвласти и муниципальных образований в возрасте от 18 до 35 лет. Есть в ее составе и молодые крымчане. Кадры по-прежнему решают все, убежден глава республики. Успех полноценной интеграции Крыма в российское правовое и экономическое поле во многом зависит от омоложения кадрового состава абсолютно во всех сферах. Процедура подготовки кадров должна быть вот действительно точно, должен быть госзаказ существовать так или иначе. То есть все должны понимать, молодые люди, куда пойдут на работу, как получат жилье и так далее. Без этого ничего не будет, вот просто ничего. Молодежная палата оказывает содействие Совету Федерации в области законодательного регулирования прав и интересов молодежи. Постоянно идут все новые и новые инициативы, причем не только в молодежной сфере. Мы смогли три наших законопроекта подать через Палату молодых законодателей. Это и вопрос о упрощении получения гражданства, это о специальном трудовом патенте, это внесение закона о рекламе. Действительно, как бы вопросы интересные, они обсуждаются. По мнению главы Палаты молодых законодателей, именно крымчане сейчас во многом показывают пример своим коллегам из других регионов России. Мы это видим на примере Андрея, на примере Олеси Харитоненко, которая тоже в нашей Палате молодых законодателей. Вам спасибо за то, что мы можем смотреть на Крым и видеть, как вы поддерживаете молодые профессиональные кадры. Вот нам, регионам, нужно учиться у Крыма, как работать с молодыми кадрами и политиками. Это очень приятно. На встрече обсудили множество вопросов. Изменения в Крыму за минувших 2 года, события Крымской весны, работу по преодолению последствий всевозможных блокад полуострова. Депутат Магаданского заксобрания попросил помощи в увеличении числа авиарейсов в Крым. Самым главным вопросом стоит то, что нам, крымчанам, очень сложно добраться до вас. Да, ну, сами понимаете. Лучше вы к нам тогда. Этот вопрос обсуждался на федеральном уровне, ответил Сергей Аксенов и пообещал поднять его еще раз. По вашему поручению, вот тебе пишу с Магаданской областью. Да. Спасибо. С вами, значит, да. С вами Стрельбицкий Сергей Валентинович, министр курорта, встретится. Андрей Ильич, вы встречу сейчас организуете, но есть протокол, есть. Вам обеспечите там коллеги встречу, пусть переговорят, что необходимо сделать. Все нужны ходатайства, и есть желающие прилететь, и нужно только организовать рейс. Я думаю, что мы все сделаем. Сергей Аксенов пообещал молодым законодателям организовать встречи с любым крымским министром. И в свою очередь попросил, чтобы эти встречи в итоге воплотились в реальные результаты. Мы рады вас пригласить на отдых, там, приезжайте с удовольствием, лучшими практиками обменяемся там. Да, но по сути хотелось бы еще, чтобы какие-то вот позитивные моменты были воплощены здесь в жизнь. Тем более, что Крым сейчас такая площадка удобная, здесь все с нуля начинается, и ну, как бы проще реализовывать с нуля, чем перестраивать, да? В завершение встречи глава республики и гости Крыма обменялись памятными подарками. Алексей Щербак, Александр Чукалов, Время новостей.